Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи Руслан. И в этом видео я покажу вам, как участвовать в IDO с минимальным вложением в $400. Поехали. Делать все это будем на платформе, на площадке Moon Edge. Это первая децентрализованная ланчпад-платформа в сети Polygon, с помощью которых можно участвовать в IDO. Давайте пройдемся по сайту. Как мы видим, используется в сети Polygon. Дальше это партнерки, Chainlink и Chainboots. Ну, короче, вы можете прочитать все это, я сейчас не буду тратить время на это. Насколько я знаю, проект стартовал в начале 2021 года. Это одна из первых или единственная, или самая первая площадка, с помощью которой можно участвовать в IDO в сети Polygon. Давайте разберем вообще, как можно участвовать в IDO, какие у них есть тиры, то есть система уровней и так далее. Видим, что здесь на данный момент 5 тиров. Первый тир требует минимального стейка в 5000 монет мунов. Давайте посмотрим, сколько это делает. Введем здесь мунот. Видим, что на данный момент цена равняется 8 центам. И 5000 мунот делает примерно $422. Условно говоря, с помощью $422, то есть это минимальный порог, с помощью которого можно участвовать в IDO. То есть нужно учитывать то, что это первый тир, где вес аллокации, то есть, ну, скажем так, процент аллокации около 2%. Второй тир это комета, метеор, и так до 5 тиров. Второй тир требует 10 тысяч монет мунат, это примерно чуть больше $800, ну и так далее. Дальше мы видим roadmap. Тоже читать не буду, сейчас тратить время на это. Давайте перейдем на вкладку стейкинг и видим, что на данный момент я застейкал, то есть, скажем так, купил и держу монеты проекта Monad, как бы в виде депозита. Как я уже говорил, застейкал я 5000 монет на 16 дней. И в конце периода, то есть на 16 дней, мне вернется 5067 монет. То есть на 67 монет больше. Это, давайте посчитаем, сколько это делает. Это примерно делает чуть больше $5, но если через 16 дней цена будет равняться этой. Самый главный заработок, конечно, это не стейкинг, а именно участие в IDO. И чтобы участвовать в IDO, нужно застейкать. Я уже застейкал 5000 монет и не успел, к сожалению, на IDO, который вот на данный момент идет, это Galaxy Flight Club. На нее я не успел, то есть я должен застейкать монеты до вообще выхода вот в список upcoming pools, и только после этого я смогу участвовать в IDO. Так как я уже застейкал, у меня уже не показывает калькулятор. Если вы в первый раз заходите на сайт, у вас тут будет калькулятор. Соответственно, вы должны подключить еще и кошелек свой. Я уже подключил на MetaMask. Если вы не знаете, как это делать, то напишите об этом в комментариях, я все покажу. Как я уже говорил, она торгуется в сети Polygon, поэтому в MetaMask у вас должна быть открыта сеть Polygon, и с помощью этого вы сможете уже застейкать свои токены. Если вы в первый раз на этой площадке, то есть не инвестировали, как я, то у вас будет такой калькулятор в этом виде, то есть вместо вот этого окна будет окно калькулятор. И здесь можно уже посчитать, сколько дней вы будете стейкать и сколько сможете на этом зарабатывать. Так как у меня уже есть на балансе 5000 монет, и вот я нажал кнопку Upgrade стейк, то есть я еще докладываю 5000, всего 10000, но у вас не будет этого, так как вы не застейкали монеты, вы впервые на этом сайте, поэтому у вас будет 5066 монет. Короче говоря, после того как вы застейкаете эти монеты, вы уже сможете участвовать в IDO. Давайте я покажу, как я это сделал. Только купив монеты Matic, вы сможете купить монету AirMund, то есть с помощью свапалки вы сможете их приобрести. Давайте зайдем на мой MetaMask. Как мы видим, у меня уже на балансе 0 монет мунов, так как я уже застейкал 5000 на этот проект, и осталось 5 монет матиков. Но до этого я купил матики, и дальше я с помощью этих матиков я купил монеты мунт. Давайте я покажу, как я это сделал. Покупал я монеты матик на бирже Binance. Значит, заходим во вкладку торговля и в валютной паре пишем матик USDT, так как с помощью USDT Tether я покупал эти монеты. Дальше вы можете указывать или количество и тех монет, которых вы хотите купить, в данном случае матики, или на какую сумму вы хотите приобрести. В моем случае я посчитал сначала, сколько нужно мне монет матиков, чтобы участвовать в IDO, то есть застейкать монеты Moon Edge. И только потом я начал покупать монеты Matic на Binance. Чтобы посчитать, сколько вам нужно матиков, нужно зайти на свапалку QuickSwap и здесь посчитать. Допустим, вам нужно Moon, ну в нашем случае нам в любом случае нужно Moon, и пишем количество 5000.
То есть, как я уже показывал, минимальный порог входа в этот проект — это 5000 монет. И 5000 делает 184 матиков. То есть нужно мне купить 184 матиков, и с помощью этого я смогу уже приобрести монеты Мунт. Купил я не 184, а 190, немного с запасом, чтобы, так как в сети Polygon все операции производятся с помощью монеты Matic, и соответственно комиссия тоже будет взиматься в этой монете. Поэтому нужно оставить немного запаса матиков, чтобы с помощью него оплачивать комиссию. Но комиссия здесь мизерная. То есть очень маленькая, и то есть не нужно, как я, покупать 5 матиков, я просто для примера сделал. Одного или два токена вполне будет хватать. Дальше нажимаем «Купить матик», и видим, что я приобрел матики на сумму $435. Видим, 189 монет у меня. Дальше с Binance вам нужно вывести монеты матики на кошелек MetaMask. Это тоже я пока не буду показывать. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите об этом в комментариях, и я все это покажу вам на наглядном примере, на своем примере, и вы обо всем этом узнаете. Дальше, как я уже говорил, я захожу на QuickSwap и указываю количество, сколько мне нужно этих монет. QuickSwap показывает, что на сумму 5000 мунт мне нужно 183 монеты матиков. И видим, что у меня на балансе 189 метамаски, так как я вывел их с Binance. Дальше нажимаем на кнопку Swap и Confirm Swap. Будет проходить операция, и мы должны подтвердить ее. То есть MetaMask показывает, какое количество будет списано. Дальше покажет комиссия за газ, то есть за транзакцию. Нажимаем подтвердить. Видим, что транзакция находится в обработке, и сейчас мы купим монеты Moon. Пришло сообщение, уведомление точнее, и видим, что в кошельке у нас 5000 монет Moon и 5 матиков. То есть Moon мы приобрели успешно. Дальше я захожу на вкладку стейкинг, и в калькуляторе стейка я ввожу сумму 5000 Moon. Нажимаю Approve Mund, чтобы транзакция произошла, то есть мы застейкали наши монеты, и видим, что комиссия за эту сделку будет 0.1, то есть 1 цент. Нажимаем подтвердить. Транзакция находится в обработке, нужно примерно подождать там минуту. И после этого видим, что у нас появилась кнопка Approve, то есть нам разрешили застейкать монеты, и чтобы окончательно это сделать, нам нужно ввести опять эти данные, то есть количество мунтов и на сколько дней, и нажать кнопку стейк. После того, как мы нажмем стейк, нам нужно внимательно прочитать все это соглашение, в котором пишется количество наших мунтов, на сколько дней мы застейкали эти монеты, в конце периода сколько нам вернется монет, в каком тире IDO мы участвуем, и самое главное с тем, что вы пройдете верификацию KYC, это верификация на имя, фамилия, паспортные данные, место регистрации и так далее. То есть, чтобы участвовать в IDO, вам обязательно нужно пройти верификацию. Я это сделал с помощью своих прав, то есть у меня есть водительские права, и этого, конечно же, достаточно. Если у вас нет прав, то верификацию можно пройти с помощью загранпаспорт. Также перед тем, как соглашаться, вы должны знать, в каких странах возможно участвовать в IDO, а в каких нет. Ссылку на статью, в которых написано, в каких странах можно участвовать, а в каких нет, я оставлю в описании. Сразу скажу, гражданам из России можно участвовать в IDO, а из Украины, к сожалению, нельзя. При этом вам нужно найти знакомого или там друга, у которого другое гражданство и у которого доступно гражданство для участия в IDO, и с помощью него зарегистрироваться, то есть пройти верификацию. Ставим все галки и нажимаем Confirm. Дальше MetaMask опять запросит нам подтверждение, и нажимаем подтвердить. И видим то окно, которое я показывал в начале видео. Чтобы участвовать в IDO, у вас обязательно должны быть застейканы монеты, и только за этот период вы сможете участвовать в IDO. На данный момент нет никаких IDO, в которых я смогу участвовать, то есть в течение 14 дней я буду ждать, какое IDO выйдет, и обязательно в нем буду участвовать. Вообще я постараюсь во всех IDO участвовать, так как иксы здесь не маленькие, и можно хорошо так заработать. Видим, что до этого уже закрытые пулы были по раз, два, по пяти проектам. Последним был Forest Knight, который дал неплохие такие иксы. Также можно участвовать и в продажах NFT. Собственно, после прохождения всех этих операций, которые я показал в этом видео, вам остается только ждать. Ждать, пока во вкладке Upcoming Pools
появится какой-либо IDO, какой-либо проект, только после этого вы сможете участвовать в этом проекте. Давайте посмотрим на социальные сети проекта Moon Edge. Вообще Moon Edge — это очень перспективный проект, который обсуждает очень много блогеров, как зарубежных, так и наших, и в который инвестируют довольно-таки хорошие деньги. Видим, что в Твиттере у них 146 тысяч подписчиков, не совсем недавно я заходил, там было 110. Они постоянно публикуют какие-либо статьи, где рекламируют, то есть постят о продажах там IDO, о продажах NFT и так далее. У ребят также есть телеграм-канал, где постоянно публикуются свежие новости по IDO-хам, по NFT и так далее. Видим, что вот последний проект, который был Galaxy Fight Club, в первом тире, то есть в тире, в котором мы будем участвовать, дали $7. То есть на $7 я могу участвовать в IDO. И если посмотреть на этот проект, и видим, что один токен данного проекта, то есть $1, с помощью $1 мы можем купить 2 токена данного проекта. То есть если бы мы участвовали в этом проекте, нам дали бы 14 токенов. И, конечно, неизвестно, куда пойдет цена, так как за 14, допустим, нам дали 14 токенов, цена может пойти вниз. Максимум, что мы можем потерять, это то, что эти токены у нас останутся в портфеле. То есть в реальном времени мы деньги не потеряем. И только после этого нам остается только ждать, пока токены данного проекта поднимется, и только после этого продать. Если ситуация пойдет в хорошую сторону, то есть в большинстве случаев так и происходит, 14 токенов мы сможем продать по хорошей цене, там, скажем, по $10-15. Это делает уже около 140-150 долларов. Впрочем, на этом видео подходит к концу. Все свои инвестиции я показываю в реальном времени. Можете зайти в старое видео, в котором я покупаю другие токены и жду их роста. Если вы хотите инвестировать со мной, хотите тоже зарабатывать, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Всем удачи, всем пока!